К сожалению, пандемия нового вируса COVID-19 продолжает набирать обороты. Как бы это грустно ни звучало, но врачи прогнозируют вторую волну вируса. Поэтому в стране и в нашем регионе усиливаются меры карантина. Врачи призывают строго соблюдать меры безопасности. Если следовать четким правилам профилактики и придерживаться карантина, мы обязательно победим вирус. Все будет хорошо. Главное средство против вируса – это профилактика и соблюдение правил личной гигиены, то есть мыть руки часто, применять антисептики, носить медицинскую маску, в общественных местах соблюдать определенную дистанцию, а также не посещайте любые места массового скопления людей и мероприятий. Самое важное – оставайтесь дома. Только строго соблюдая условия карантина и меры безопасности, мы можем победить вирус, тем самым спасти свою жизнь и жизнь наших близких.